Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 7 сентября 2024 года. И сегодня у моей дочки Катюши день рождения. Ей исполнилось 27 лет. От всей души поздравляю мою доченьку с днем ее рождения. Желаю ей всего самого доброго и хорошего в ее жизни. Много-много радости, крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. И благодарю мою доченьку за чудесную внученьку Даришу, которая приносит нам с дедушкой только счастье и радость. Растет ребенок, внученька наша, так же, как и наша дочка. Быстро и незаметно. Если честно, я этот день помню, как вот сегодня, день рождения моей дочки. Несмотря на то, что прошло уже 27 лет. Я не заметила эти 27 лет. День ее рождения для меня, вот как вчера все это было. Помню все до мельчайших подробностей. И мне не верится в то, что прошло уже 27 лет. Если честно, у меня вот моя дочка до сих пор перед глазами в возрасте где-то 2 годика, 1,5 годика. Мы часто с мужем вспоминаем, какая она была маленькая, какие она смешные говорила фразы, словечки, какие у нее были игры, движения. И вот даже не поверить, что Даришка – это уже наша внучка, которой скоро 5 лет уже. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, надо ценить каждую секунду своей жизни, потому что время летит моментально. Вот уже месяц прошел с дня рождения этих малышей, которые сегодня первый раз вышли на улицу. Это детки Миши и Левушки. Симеон, единственный в помете вот такого цвета парень, длинношерстный, которого я хочу оставить себе в питомнике, чтобы у меня был Тимурка и Семен, пушистики, один с черным носом, длинношерстный, кремушка, второй с коричневым носом, потому что короткошерстные светлые парни у меня уже есть. Да, маму я с собой специально не взяла, потому что мама обычно начинает бегать, топтать ребяток, а детки первый раз оказались на улице без мамы, очень расстроились, очень испугались. Но у детей сегодня тоже день рождения, один из таких знаменательных, скажем так, дней, которые потом уже не вернем, поэтому надо сейчас заснять это все на память, так как малыши наши растут так же быстро, как наши дети с вами, и скоро превратятся в красивых взрослых собачек. Долго я их мучить на улице не буду. Прощаюсь с вами, дорогие друзья, ненадолго. Увидимся в новых видео. Скоро Катюша с Даришей приедут к нам. У меня, как вы видите, не получается никуда уезжать, потому что постоянно вот такие вот крохи. Их нельзя оставить без присмотра. Я не могу съездить к моей дочке, поздравить ее лично с днем рождения, но я могу сделать вот такое видео и послать его, отправить своей дочке, как поздравительную открытку. Давайте все вместе, дорогие друзья и подписчики нашего канала, поздравим Катюшку с днем рождения. Скоро они с Даришкой к нам приедут, и мы обязательно... Они обязательно поблагодарят и вас, и меня за поздравление с днем рождения Катюшки, моей дочки. На этом я прощаюсь с вами ненадолго. Всем пока и до новых встреч!